Однажды все проходит безвозвратно. И чувства, и надежды, и мечты. Все то, что от души, всегда бесплатно. От нежности до теплой доброты. Но если бы мы знали, что однажды увидим близких мы в последний раз, то в тот момент нам было бы очень важно не то, что будет завтра, а сейчас. Сейчас живем, целуем, обнимаем. Сегодня часто спорим ни о чем, а завтра мы себя самих ругаем. Вот только день вчерашний не вернем. Уходим мы, и нас порой бросают. К другим уходим, и на небеса. Глаза, как тучи, капли разбросают. Черна, как сажа жизни полоса. И кажется, не будет дней чудесных, и искренних признаний не вернуть. Что будет завтра, мне неинтересно. Ведь жизнь сейчас, сейчас и в этом суть. И если есть кому в любви признаться, кого обнять, кому сказать «прости», так надо сделать и не сомневаться. Ведь в прошлое дорогу не найти. И к будущему не добраться, не долетит крылатый самолет. Сегодня нужно жизнью наслаждаться, спешить туда, где кто-то очень ждет. Ведь планы могут рухнуть в одночасье. Единственный реально верный ход — не оставлять любовь, родных и счастье на завтра, что возможно будет.